уважаемые товарищи! Во-первых, я с огромной радостью всегда приезжаю в Красноярск. С многими, наверное, встречался. Я здесь работал почти 6 лет. Строил много фабрик, заводов, социальных объектов. И мне сюда приезжать приятно. И с другой стороны, мне обидно за сегодняшнее молодое поколение, которое за последние годы и десятилетия столько не построило, столько не сделало. И, к сожалению, не так много чем может гордиться за вот эти последние десятилетия. Это наше с вами старшее поколение ошибка. Теперь, что касается вот сегодняшнего мероприятия. У нас страна живет трудно и сложно. Сибирь живет еще труднее и сложнее, чем в среднем Российской Федерации. Ну вот Юрий Вячеславович все вот сейчас это очень убедительно доказал на цифрах, потому что даже от средних цифр по стране Сибирь отстает. И мы с вами хорошо знаем, что я здесь, что и погода здесь нам не всегда благоприятствует, и расстояния большие, и коммуникации, и так далее, и так далее. Поэтому хорошо, что наша партия выдвинула Николая Михайловича Харитонова, именно сибиряка. Сибиряка, который был в каждом субъекте Сибирского федерального округа и в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации. Он хорошо знает нашу страну, в отличие от многих других, которые идут сегодня кандидатами в президенты, но страну не знают. Не знают ни страну, не знают ни то, как руководить даже небольшими предприятиями. Поэтому это наша ценность, наш кандидат Николай Михайлович. Самое главное, чтобы мы с вами, актив, коммунисты, наши сторонники, взялись за это дело должным образом. Вот когда 23 декабря мы выдвинули Николая Михайловича, я у себя в Иркутской области понял, что надо, чтобы каждый член нашего актива, каждый коммунист, сторонник, взялся за это дело, как за дело своей жизни. И мы с моими товарищами по областному комитету, 8 человек, проехали 3500 километров по Иркутской области, встретились с многими нашими активистами. И я должен сказать, что мы приехали оттуда вдохновленные. Потому что мы видим, что давно уже надоела вся эта ситуация, которая продолжается десятилетиями в Российской Федерации. Людям это надоело. Надоело не только то, что мы не знаем, что в будущем будет. Мы даже не знаем, что сейчас у нас, по-настоящему. Потому что очень многие цифры и многие ситуации замалчиваются, и мы хорошо знаем, что ситуация намного хуже, чем нам это показывает по телевизору. Поэтому я думаю, что мы все с вами постараемся, чтобы результат в Сибири был самым лучшим. Я должен сказать, что в Иркутской области мы уже издали, практически распространили почти 500 тысяч продукции, печатной продукции, это не считая и те телевизионные и YouTube каналы, интернет, соцсети и так далее. Там мы тоже активно работаем. Но думаю, что в оставшийся месяц нам нужно это сделать как минимум в 2 раза больше. Это я Юрию Вячеславовичу говорю, чтобы, так сказать, он в этом отношении помог нам. Вот. Я думаю, что мы справимся с этой задачей. Я уверен, что Сибирь не подведет. Слово предоставляется Сулейманову Ринату Исмаиловичу.